Эй, дружище, ты слышишь звуки сиреноголового? Если ты не успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то он за тобой придет. О, кажется, звуки сирены начали пропадать. А все потому, что ты поставил лайк и подписался на мой канал, ты просто малорик. Хей-йо, дорогие друзья, всем огромнейший привет. У нас сегодня, ребята, в Гаррис Моде продолжается мега-эпичное выживание против всевозможных ACP и монстров Тревора Хендерсона, конечно же, в лабиринте, и сегодня со мной Лимоня. Всем привет, друзья. В общем, да, ребята, у нас сегодня продолжается рубрика ACP Лабиринт, и сегодня, ребята, я, Лимоня, Дарк и наши подписчики, мы, в общем, ребята, будем выживать против огромного брата сиреноголового, это светофороголовый, посмотрите. Вот такой вот, да, ребят, гигантский, огромный монстр Тревора Хендерсона, новенький. Вот такой, да, ребят, ACP-6789. Это, ребят, получается, да, младший брат сиреноголового. Вы только посмотрите на него. Посмотрим, ребята, что он способен в лабиринте. Сможет ли он, ребята, нас поймать, нас, ребят, скушать. И сможем ли мы против него выжить. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки, поддержите нас, друзья, лайкосиками. Если вы, друзья, хотите больше Гаррис Мода у меня на канале, роликов про ACP и монстров Тревора Хендерсона, про сиреноголовых и других, давайте мы на этой серии наберем 5000 лайков. И тогда, ребята, будет больше Гаррис Мода у меня на канале. Да, Слав, ребята... Слав, Слав. Ну-ну-ну. Я пожаловаться хочу. Что такое? Вот мы, понимаешь, лайки набираем. Ну-ну. Про подписки говорим. Ну. А никто не ставит и не подписывается. Да. Надо их. Так что да, ребят, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки. И, ребят, конечно же, на Лимоню. Я оставил ссылочку в описании, подписывайтесь. Ну и мы, ребята, короче, начинаем. Так, парни, вы все готовы? Естественно, куда деваться, слушай. Куда мы пойдем, кстати, налево или направо? Давайте направо, пацаны, давайте направо. Давай пробуем направо, хорошо. У нас все-таки, да, ребят, будет несколько раундов, так что начнем, давайте мы, а ребят, можно, справа. Давай не все, а то сейчас... Не, давайте кто-нибудь и пойдет налево, кто-нибудь направо. Побежали быстрее уже, побежали, побежали! Ребята, быстрее! Офигеть! Кстати, он, ребят, вы видите, нереально просто быстрый. Кстати, где он? Подождите. Он за мной не идет. Ой-ой, нифига себе, он быстрый, пацан, просто флеш. Я его не увидел. Он, ребята, быстрее, чем был у нас в роликах в два раза, вы понимаете? То есть, ребят, когда мы с ним снимали РПшки и всевозможные там, ребят, прикольные другие ролики. Ой, побежали, побежали. Он, ребята, был в два раза медленнее. Братан, ты слышишь, что я говорю? Да, да. Он в два раза быстрее. Капец. Вот здесь уже, пацаны, сюда, сюда, сюда. Так, кстати, пацаны, в этом лабиринте есть ловушечки, так что будьте максимально аккуратными. Там где-то упасть можно. Опа, она, вот, я увижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да-да-да, братан, побежали, побежали, прыгай, прыгай. Куда? Давай сюда, давай сюда. А, это тупик, тупик. А, ай-яй-яй-яй. Куда, куда, куда? Здесь тоже тупик. А это что? Уааа! Это от него, братан, это от него, ты понимаешь, от следы от него. Хорошо. А, он сзади. Уааа! Он Карима убил. А здесь тупик, тупик! Че делать? Убегать. Так, так, пацаны, что делать? Нет, братан, братан! Я, ребят, пробежал. Ты понимаешь, просто ты пожертвовал собой, чтобы, блин, всех нас спасти. Побежали, побежали, побежали. Ребят, Лимоня, короче, просто взял и, блин, пожертвовал своим телом и собой. Ты тоже умер? Да. Давай, давай, быстрее, бери оружие, блин, и побежали дальше. О, так, о, побежали, я побежали, 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 давай, Карим. Слушай, погнали. Ты на базе? Ну, на респе? Не, я уже убежал. Короче, ребята, наша задача его убить в этом лабиринте, либо полностью пройти этот лабиринт. Это будет нереально, это довольно-таки сложно, потому что, ребят, лабиринт довольно-таки запутанный. А, у него жизни очень много. Ребят, по легендам, из этого лабиринта нельзя никак выйти. То есть он, ребят, в принципе, бесконечный. Ну или просто выхода в нем нет. Он здесь, Карим. Я бы хотел из него выйти. Он Дарка, смотрите, ребят, он Дарка схавал. Капец. А давай встретимся, ты где? Иди, короче, к башне. Слушай, к башне вышке, иди. Да-да-да-да. О, все, я Карим, давай, короче, к башне. Погнали, погнали, погнали. Так, все, я на пацаны, башне. Пацаны, побежали. Йо, давайте, я иду, я иду, иду. Какой огромный он лабиринт, быстрый, да? Я посмотрел сверху. Так, так, я так, 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 так. Видел. А, я упал. Он очень быстро передвигается. Да, да, он очень быстрый, так, прямо ой, жесть, какой быстрый. Аккуратней, аккуратней. Ай, смотрите, ребят, Карима схавал, короче, он. Так, ты где? Ты я где, бегу, ты где? Бегу, подожди, подожди. А, вот, все, нашел, нашел. Иду на вышку. Давай, 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 Карим, Рокки, догоняй. Ты около какой вышки? Ты видишь нас? Мы сверху, братан. Лимон. О, да, я бегу к вам. Стреляем, стреляем, ребята, я по нему. Я чуть ловушку не упал, прикинь. Аккуратней будь, аккуратней, аккуратней. Ребят, стреляем, стреляем по нему. Быстрее, к нам, сюда, все сюда, о, все сюда, все на башню, на башню. Да, 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 давайте, себе. Давайте. Так, а короче, ребят, смотрите, берем, найти? Давайте гранатомет. Пацаны, отойдите, я стреляю с РПГ. Огонь по нему, блин, я промахнулся. Ой-ой-ой, там... А за кем он там, ребят, смотрите, бегает? Нифига себе, он, кстати, быстрый, да? Да, я так, заметил. Так, ребята, слушай. Стреляем по нему. Так, так еще давайте. Взял. Смотрите, пацан, он, кажется, приближается. А, я упал. Он идет прямо сюда. Слушай, у меня мало жизни на самом деле осталось. Он застрял, что ли? Где он там? Во, я его вижу. Давайте, короче, на другую, пацаны, башню. За мной, за мной, за мной. На другую вышку. Побежали, побежали. Он здесь, он здесь. На...
Тихо. По светофору, пацаны, стреляйте. По мне зачем, алло? Тихо. Капец, ребят. Гранаты. О-о-о! Друзья, кидаем гранаты. Как он меня убил? Он тебя убил, да ладно, как? Каким образом? Беги ладно, быстрее к нам. К вам. Ребята, тихо. Туда. Прикинь, Карим, отойди. Он топнул. Он стоял очень далеко. А, ты понял? Он, видимо, меня да, топнул. Ребят, да, короче, все. Когда он топчет, это просто такая жесть. Ты видишь, кстати, эти какие-то следы. Извергаются просто. Зеленый пламя, ага. Как будто. Он бежит куда-то. Так, пацаны, давайте побежим вниз. Готовы? Прыгаем. Раз, два, три. Оу! Я только к вам прибежал. Ребят, стреляем. Ой, он за мной, кажется, бежит. Он, ребята, за мной бежит. Это мне что-то совсем не нравится. Спрыгиваем, попал, ребята, вниз. Это тупик! Куда я, блин, ребят, спрыгнул? Нет! Быстрее, побежали! Это тоже тупик! Нет! Так. В смысле? Ты да живешь? Ладно! Ты живу! Братан, я еще давай, жив. Давай, я бегу к тебе. Ребята, бежим. Он за мной, что ли? Помогать. Нет, не вроде. Знаю, нет, он застрял. Он застрял? Это хорошо. Да. Вижу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он меня идет кушать. Ой-ой-ой-ой! Ребята, так, побежали. Где, скажи мне, ты где? Я тут бегу в лабиринте. Где-то, ребят, просто в лабиринте. А ты далеко от него? Стрельни вверх. Я прям перед ним, братан, прям перед ним. Постреляй вверх. Стреляю вверх. Все, я тебя нашел. Давай. Ой-ой-ой. Это он... Ай, мы в ловушку упали! Нет, братан, живи! Он меня съел от ловушки. Капец. А я в ловушке засейвился, ты понимаешь? Так, ребят, вылазим давайте из ловушечки. Быстренько. Так, все, ребята, засейвились. Хорошо. Дарк, иди ко мне, братан. А, он здесь! Нет! Он, ребята, видели? Меня чуть ли просто-напросто не схватил. Рукой своей гигантской, длинной, с когтями. Огонь. Ты где? Я слышу, ты где? Я нашел способ быстро находиться, я сейчас залезаю на вышку, потом спрыгиваю на лабиринт и бегу к тебе. Давай. Давай, стреляй вверх. Он прям, короче, возле нас. Вот беги прям к нему. Стреляй вверх. Ребята, просто видите, полная жесть. О, я тебя вижу. Это ты, да, пропрыгал? Мы, как бы ты нас пропрыгал. А, это Карим, это не ты, это Карим. Карим, давай, короче, тоже, бери пушки быстрее, что-нибудь делаем. Слава, ребят, стреляй просто вверх, стреляем. Слава, стреляй вверх. А, пацаны, стреляйте вверх. Стреляю, видишь? Да. Все. Могу с РПГ еще стрельнуть. У меня давай, есть РПГ? Все, я тебя нашел. Отлично. Он сейчас топнет один раз. А где раз, он, ребят? Поляжем. А где он? Так. Знаю, побежали искать выход. Побежали. Выход. Ты знаешь, где выход? Без так, понятия. Здесь, пацаны, тупик. Так, тут тупик. Здесь тупик. Давай налево дальше. Давайте сюда. Спасибо. Побежали. О, по идее, ребята, выход где-то в той стороне. Так что быстрее побежали. Так. Слушай, ты где? Мы опять потерялись. Я далеко, ребят, куда-то побежал. Стреляй вверх. Вот здесь. Все, нас нашел, отлично. Давай, короче, поможем нашим. Давай, я вижу из флайергана, кто-то стреляет, так, значит, нам нужна помощь. Он здесь, Лимоня, пропусти! Тихо. Он куда-то прошел, смотри. Он прибежал нас. Он, видимо, пошел за кем-то другим. Ой, там все в зеленом пламени. Так, ребят, где? Смотрите, тупик, что ли? Здесь тупик! Ой-ой-ой. Тихо. Давайте, ребята, за ним. Стреляем по нему. Вот. Огонь. Ай-яй-яй-яй. Так. Ой-о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 й
за мной бежит, он за мной бежит. А, я опять, смотрите, ребят, в эту ловушку упал. Я засейвился просто. Только не топчи, только не топчи. Нет, нет, нет. Ребят, смотрите, еще и патроны, блин, закончились. Он Карима убил. Стреляем, друзья, с РПГ по нему. Так, так, так. О, я его вижу. Так, так, так. Я по нему стреляю. Сейчас, ребята, ждем, пока он уйдет. Фу, хорошо, он, видите, ребят, слишком большой и не может сюда упасть. Нет! Он меня, ребята, съел. Прям там. В ловушке, он понимаете, капец. Ребята, смотрите, их теперь реально очень-очень много. Вы только посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, вы, друзья, понимаете, новое. Целых пять светофороголовых. И мы, да. Ребят, да, взяли, конечно же, помощнее теперь оружие. Вот, ребят, смотрите, всевозможные снайперки. Пулеметы, да, дробовики. На ком-нибудь проверю. Даже, ребят, дигл. Проверил, хорошо. Проверил, хорошо проверил. Работает. Так, парди. Ну что, вы, конечно же, надеюсь, готовы? Побежали, побежали, побежали. Ты что, не предупредил? А я люблю так делать. Убегаем, убегаем, убегаем. Тихо, 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 тихо. Ребята, просто полная жесть. Они, ребят, мало того, что в два раза быстрее, у них, ребята, много-много хп, так их теперь, ребят, целых 5 штук. Давай ближе к вышке. Опа, я стреляю по ним. А, не там уже? Такие, смотри, братанки, не быстрые. Стреляем, ребята, стреляем. Надо давай. Хотя бы одного убить. Давай, 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 стреляю, стреляю, стреляю. Ребята, видите, у нас теперь пушки помощнее. Помощнее, ребят, пушки. Так что, в принципе, это возможно. Старфлай, хотя бы надо. Одного завалить. Просто стреляйте, стреляйте. Они иду уже сюда, здесь. Иду сюда. Вижу, вижу, вижу. А! Побежали, 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 побежали. Здесь тупик? Нет. Фух, нет. Нет, 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 нет. А здесь, кстати, по-моему, братан, тупик. Он сейчас здесь тупик! Здесь тупик!
Нет! А я, ребята, жив! Здесь тупик! И здесь тупик! Так, я выдаю себе оружие. Нет! Тебя тоже убили? Да. Их, ребят, слишком много, вы видите, просто полная, блин, жесть. Уже, братан, уже возродился. Да, побежали, ребята, к вышке, побежали. Ребята, понимаете, целых 5 штук, это же просто жесть какая-то. Надо хотя бы одного убить, против пятерых мы никак не выживем, потому что у нас будет 5 на 5 получается. Ну, их, ребят, нужно постепенно по одному убивать. Так, я туда стреляю. И тогда, в принципе, у нас, ребят, появятся шансы на выживание. Но давайте сначала вот этого, который самый ближний, справа. Давай. Да кто ж меня убил, Starfly, блин? Как ты это сделал? Аккуратней как бы нужно стрелять. Ребят, стреляем по нему. Смотрите, он застрял. Светофор. О, ребят, смотрите, что с ним происходит. Он что, летает, что ли? Вау. Убегай. Офигеть. Тикай сила. Все, пацаны, тикаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Он наверху лабиринта. Стреляем, ребята. Здесь, кстати, сейв вроде. Тихо. Так, он упал. Все, нормально. Пробегаем быстрее. Фух. Все нормально. Ребят, стреляем. Сейчас я пушечку себе возьму. Остальные, видишь, они далеко, они не видят, что мы его расстреливаем. Сколько, ребята, нужно стрелять? Капец. На. Тихо. Ребята. Так. Смотрите, ребят, Starfly снова сожрали. Капец. Так, давай. Другой идет к нам. Я перезаряжаюсь. Вы там, что ли, воюете против них? Или вы где? Нет, я его расстреливаю. Что, смотрите, он, ребят, просто взял и перепрыгнул, понимаете? Так. Убил одного? Карим убил, да. Красавчик Карим. Он здесь! Ай, он на вышке! Нет. Ребята, спасите! Я в сейф! Успею, фух! Ай-яй-яй, я упал в лабиринт! Фух! Нет, ребят, как же это было опасно, вы это видели? Но... О, так, уже смотрите, ребят, 4. Карима убили. Карима, друзья, убили. Сожрали. Ну, Карима не жалко, так. В смысле бежать, не жалко? Бежать. Всех жалко. Так, смотри, этот Starfly, он сзади. Еще один. Ребят, видите то, что они прыгают? И тут тупик. Здесь еще один, ребят, не запрыгнет на вышку к нам. Он меня съел. Черт. Так, вдаль. Я вижу, который тебя убил. Еще одного убили. Хорошо, Starfly, красавчик. Так, дальше. Сейчас, ребят, берем себе дробаш, вот этот мега-мега имбовый. Сейчас. Усас 12. Да. И шваляем, ребят, ему светофор. Так, я пробегаю. Давай, Starfly, тоже пробегай, бро. Так, вы на вышке там? Я на вышке, которая справа, то есть далеко от респа, понял? Да. Стреляю, пацаны, стреляю и так по ним. Так, я бегу так, к вам, пацаны. У меня, ребят, были там где-то гранаты. Давайте гранатами их, пацаны, просто закидаем. Подождите, граната пошла. Друзья. Надеюсь, сейчас, ребят, еще один сюда прям не залезет к нам на мост, как тот предыдущий. Ой, только я это, ребят, сказал, и он залез. Побежали. Так, Дарка, так, смотрите, так, ребят, просто сожрали Дарка. Капец. Так. Кидаем, ребята, гранаты в ту сторону. Кидаем, друзья, гранаты. Так, подожди, побежали отсюда. Вау! У нас есть шанс. Starfly, смотрите, ребят, еще сожрали. Так, граната еще пошла. Я расстреливаю. Стреляй, ребят, с дигла по нему. Ой-ой-ой-ой-ой, он здесь? Ой-о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 й. Побежали. Давай, Лимон. Давай. Я тоже его расстреливаю. Так. Ребят, смотрите, он слез, фух, он перепугался, видимо, нас. Бери снайперку, Карим говорит. Какую снайперку? Кстати, да, ребят, давайте снайпу возьмем. Ребят, берем Барретт. Так. Но! Давай прям в светофор. Давай прям в тело стреляй лучше. В тело? Хорошо, давай в тело. Светофор, ты видишь, довольно-таки бронированный, сильный. Ой-ой-ой-ой-ой. В светофор попал. Ты убил еще одного, красавчик. Стреляй. Обалдеть. Он здесь. Я убегаю. На. Так. Ребят, стреляем по нему. Так. Starfly опять убили. Дайте мне хотя бы одного пацана убить. Уа, здесь прям, в смысле? Он прям под тобой. Убегай быстрее. Убил еще одного. Малорик, пацаны, оставьте мне последнего, пожалуйста. Дайте я его убью. Хорошо. Дайте я его завалю. Смотрите, ребят, стреляем по нему. Он мой. Стреляем. Блин, ребят, смотрите, Дарка убили. Вот черт. Так, я прыгаю. Я, ребят, просто перепрыгиваю. Всё, он с тобой не бежит. Так. Стреляю. Ребята, капец. Давайте, что ли, Барретт возьмем. Надо завалить. Ой, смотрите. Он на вышке. Пацаны, он на вышке. Стреляем по нему. Давай, я расстреливаю. Так, стреляю. Давай его сюда. На. Так. Да. Опять ты, да ладно, как так, а? Ну я, ребят, видели, очень-очень много урона внес.
Да, одного убил Карим, второго Старфлай, и трех убил ты, да. Обалдеть. Ну я, ребят, как бы всех видели, покосал довольно-таки серьезно. То есть, получается, мы выиграли? Получается, мы, ребят, выжили. Ты наверху? Нет. Давай к вышке и давай пройдем уже этот лабиринт, но только сверху. А где этот лабиринт вообще проходится? Как его пройти? Знаешь, где выход? Вот около респа. Я видел, да, я видел респ, я с вышки видел. Смотри, ты где? Я поверху бегаю. Вот, смотри, я стреляю вверх. Флайерган кину, и ты меня найдешь, хорошо? А ну-ка, давай. Побежали, нам вот туда. Давай. Поверху бежим. Пробегаем, так, ребята, почти, поверху идите. Главное просто не упасть. Читерство. Вот, нам сюда. А, это выход, серьезно? Да, смотри, вот. Открываешь. Да, ребят, смотрите, выход, да ладно. Открываешь и забегаешь, все. Есть, ребят, смотрите, это выход, экзит. Так. Оба. Так, есть. Ой, что это? Ой-ой-ой, смотрите, ребят, что это? А это, ребята, ссылочка на следующий ролик. Ё-моё! Нет. Ребята! Он меня убил. Всех убили. Короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня офигенная, супер крутая серия получилась. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. Все, друзья, ссылочки, конечно же, в описании. И мы, ребята, обязательно еще продолжим играть в Гаррис Мод со всевозможными монстрами Тревора Хендерсона, всевозможными ACP. Всем, друзья, пока.